Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас обзор фена строительного, сталь, модель ТПД-2002. Термофен имеет двухпозиционное регулирование температуры. Первая степень 300 градусов, вторая степень 600 градусов. Давайте посмотрим, что внутри. Внутри у нас сам фен. Инструкция. Так, коробочку в сторону. И три насадки. Давайте посмотрим фен поближе. Фен самый дешевый. Один из самых дешевых. Трехпозиционная кнопка. Выключено. Первая ступень, вторая ступень. Соответственно, 300-600 градусов. Мощность заявлена производителем 2000 Вт. Сетевой кабель инструмента достаточно длинный. Его длина составляет порядка 2-2,5 метров. На ручке фена установлена металлическая скоба. Сделана она для хорошей устойчивости фена. То есть на самом корпусе есть пластмассовые ушки для устойчивости. И дополнительно скоба играет роль третьей ноги. Давайте посмотрим насадки. Как уже говорил, в комплекте есть три насадки. Честно сказать, для чего каждая предназначена, я пока что не знаю. И наша инструкция. И здесь есть список сервисных центров. Как оказалось, в моем городе есть тоже сервисный центр фирмы «Сталь». В инструкции есть электрическая схема прибора. И заявлены характеристики. Максимальный поток воздуха 300-500 литров в минуту. Режимы, как уже говорилось, 300-600 градусов. Ну и стандартная сеть наша. Итак, друзья, давайте пройдем к тесту. Надел насадку сужающую. Температуры, к сожалению, не имею возможности замерить, потому будем использовать примитивные тесты, бумагу. Ну и что под руку попало, стержень от термопистолета. Давайте на первый режим. 300 градусов. Видно уже, сам стержень немножко подплавился, посветлел. Давайте 600 включим. Ой. Сразу заметно. Видно даже отображение красной спирали. Ну, видно. Я думаю, вам тоже видно. Сопля уже. Давайте теперь на бумаге попробуем. Первый режим. Видно потемнение бумаги. Давайте второй режим. Ну, как мы видим, как бы я ни старался, бумагу прожечь мне не удалось, хотя вот трещина уже дала. Вот такой вот фен. Цена его у нас в Украине порядка 12-13 долларов. Я думаю, будет
неплохой инструмент в моем арсенале, будет служить. Все, всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал Самоделкин Умань. Думаю, будет дальше будут интересные видео, обзоры, самоделки. Все, всем пока.